Здравствуйте, меня зовут Бабхоева Хадишат Мухамедовна, я акушер-гинеколог-эндокринолог. В нашей клинике появился новый тест на иммунную совместимость вашего организма с самыми основными продуктами, 119 самых распространенных продуктов. Значит, если в организме нет фермента, который расщепляет данный продукт, то происходит иммунный конфликт на уровне кишечника и происходит воспаление слизистой кишечника, отек, и организм затрачивает много сил для расщепления данного продукта, и поэтому организм истощается, то есть он начинаются обменные нарушения, какие-то аутоиммунные болезни, если к ним есть предрасположенность, могут обостряться. И зная свой иммунохелс, зная конкретно свой перечень продуктов, которым организм имеет хорошую переносимость, это зеленый список в данном случае, то можно легко скинуть лишние килограммы, получать больше энергии от еды и в целом просто чувствовать себя хорошо. Данный тест показывает еще степень аллергизации. Если потреблять пищу с высокой степенью аллергизации, то эти аллергены накапливаются, и изо дня в день это может вылиться в болезнь. И поэтому очень важно исключить красный список, чтобы организму облегчить его работу. Такие заболевания, как сахарный диабет, избыточный вес, аллергодерматозы, то есть псориаз, аутоиммунный тиреоидит, такие заболевания, они уходят в ремиссию, если соблюдать иммунопротокол по иммунохелс. Зная свой пищевой рацион, зная свою непереносимость и переносимость, вы сможете чувствовать себя хорошо и легко худеть.